Продукты и вещи первой необходимости. Собранные неравнодушными нижегородцами товары волонтеры УНФ передают двум многодетным семьям. Семейство Панковых выходит навстречу практически в полном составе. Пятеро одного не взяли с собой, самого младшего. Ну, полезно, конечно, полезно. Спасибо большое, потому что сейчас достаточно тяжело. Товары первой необходимости волонтеры Общероссийского народного фронта собирают в рамках всероссийской акции «Тележка добра». Это часть проекта «Мы вместе». Принцип простой – найти в магазине тележку добра, положить туда свое пожертвование в виде товаров длительного хранения, после чего волонтеры УНФ передадут их нуждающимся. Тележки или ящики установлены в 15 крупных магазинах области, теперь и в торговом центре на Советской площади. Теперь действительно любой житель, там, гость Нижнего Новгорода может приехать, купить необходимый продукт и положить его в виде благотворительности в эту телегу. Основное требование, конечно, к продукции, она должна быть продолжительного срока. До текущего момента акция «Тележка добра» – это была именно такая тележка супермаркета, да, с информацией. Сейчас мы ставим уже такие стационарные боксы, поскольку проект, он ни в коем случае не будет закончен с окончанием пандемии, он продолжается, и люди смогут и дальше получать помощь. За полтора месяца около 50 семей и одиноких пенсионеров получили наборы, в их числе семьи, которые воспитывают от 3 до 8 детей. Екатерина Васильева, Валерий Шакуров, «Время новостей». Спасибо.